Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца с помощью обычной свеклы. При соблюдении всех нюансов яйца становятся как розовый жемчуг. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Две вареные свеклы натираем на мелкой терке. Добавляем 1 столовую ложку 9% уксуса. Хорошо перемешиваем и закладываем туда вареные, сухие, горячие белые яйца. Стараемся каждое яйцо разместить отдельно и со всех сторон покрыть свекольной массой. После чего оставляем яйца краситься. Чем дольше пролежат яйца в свекле, тем насыщеннее будет цвет. В данном случае прошла целая ночь. А теперь внимание! Достаем яйца из свеклы. И как бы нам не хотелось смыть с них всю лишнюю водой, ни в коем случае этого не делаем. Иначе яйца приобретут бледно-коричневый цвет. А вот если остатки свеклы аккуратно снять бумажной салфеткой, яйца останутся розовыми. Для придания блеска смазываем их подсолнечным маслом. Вот и все. Жемчужные пасхальные яйца без химических красителей готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.